Всем привет, меня зовут Илья, и сегодняшнее видео будет посвящено чувству ритма, чувству грува, внутреннему времени музыканта, 16-м нотам, метроному, слабым долям, в общем, всему тому, что нужно бас-гитаристу знать и понимать. Я покажу отличную методику работы с метрономом, со слабыми долями, упражнения, которые помогут вам развивать внутреннее время, развивать чувство ритма и, соответственно, делать шаги к более кочевому звучанию, более фирменному, более ритмичному, классной игре. Для бас-гитариста, как-никак, это важно. Понимание вот этого всего. Вот такое сегодня будет видео. Давайте же приступим поскорей. Начнем мы сегодня немножечко издалека и вспомним базовое упражнение на 16 ноты, с которым знакомы большое количество бас-гитаристов. Классическое упражнение, у всех оно есть, все о нем говорят, у любого басиста на канале есть. Давайте еще вспомним. И сегодня наш урок будет построен вокруг этого упражнения, я сейчас расскажу. Ну, значит, возьмем, соответственно, соль, например, соль возьмем. И сыграем 16-е. 4. Вот таким вот образом. Я немножко свингую. Ну, вы можете ровно играть, как вам удобно. Мне просто так нравится. Базовое упражнение, суть его в том, что мы постоянно пропускаем какие-то восьмые. Например, я могу сыграть все 4 восьмые. А могу пропустить, например, первую. 3, 4, раз. 3, 4, раз. Или могу пропустить, например, вторую. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Постоянно я вот это меняю. Могу пропустить последнюю, да. 3, 4. Различные комбинации. Пробую постоянно вот эти восьмые убираю, да, ставлю паузы. На самом деле, даже если вы опытный музыкант, вам это полезно вспоминать периодически, потому что, например, как у меня это работает, я забываю про это уже, не думаю о этих 16-м, играю как бы на автомате, и со временем все равно это, понимаете, сбивается внутренний ритмический настрой, и начинаешь уже не так ровно играть, где-то уже 16-м, потому что потом возвращаешься к этому, все это в сеточку опять смотришь на это все, расставляешь нотки 16-й куда надо, и грув уже, соответственно, и игра становится поровнее, как-никак, все-таки, поэтому полезно периодически. А если вы новичок, то уж тем более это все надо прям от зубов, чтобы отскакивало. База вот такая. Значит, мы постоянно пропускаем. Я могу взять какую-то, не обязательно одну первую, например, соль. Я могу взять какую-нибудь там фигуру и начинать с ней работать. Например, раз. Пропускать ноты. Первую пропускаешь нас. Да? Или, например, вторую пропускать. И так далее. Я могу это применять с какими-то фигурами. Комбинация различное множество, великое множество комбинаций. Тут все ограничивается лишь вашей фантазией. Хорошо, мы только что с вами, друзья, вспомнили базовое упражнение, но теперь мы должны это усложнить. Теперь мы должны взять метроном в руки. Давайте же возьмем его. Например, 40. Слушаем, вот 40. И смысл в чем? Смысл в том, чтобы представить у себя в голове таким образом, что у вас метроном щелкает на слабые доли, на вторую и на четвертую. А первую и третью мы пропускаем. Вот смотрите, получается 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот надо вот это в голове себе поймать, вот это время, и играть вот это упражнение, попробовать. Как настроиться? Представляем щелчок как 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И играем 16-е. Пока просто. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Вторую пропустил. 3, 4. 3, 4. Третье пропускаю. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. Сейчас попробуем четвертую пропустить. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. Вот таким вот образом. Я думаю, смысл понятен. Мы пока взяли
просто, ну, первую ступень тонику аккорда, играем на ней, и все. И поймали метроном. Представляем, убираем, то бишь, третью, первую, оставляем вторую, четвертую. Метроном щелкает на вторую, четвертую. То есть я играл, на самом деле, вот эти 16 ноты, я играл их не в 40 темпе, да, как у меня, а в 80 получается. Потому что мы просто в два раза у нас просто меньше щелканий, да, то есть это темп 80. Но мы оставили только вторые и четвертые доли, и вокруг них строим свою игру. Идем дальше. Это еще не конец. Что же с этим можно сделать? Как это можно использовать? А мы можем не только играть тоники, а, например, использовать какие-то фигуры, например, арпеджио аккордов. Скажем, вот у нас есть аккорд соль, раз уж мы начали аккорд соль играть. Арпеджио доминант септаккорда соль. У нас получается нота соль, получается нота си, нота ре и нота фа. Таким вот образом. Я могу сейчас путать ноты, потому что пятиструнные, я сейчас могу тупить. Я давно на пятиструнном басу не играл, поэтому я могу ошибаться. Ну, вроде вот это соль, вот это вот у нас соль здесь. Вот так вот. Арпеджио, соответственно, септаккорд, ребят. Арпеджио септаккорд. Вот мы его сыграли, выучили. Распространенное арпеджио, поэтому лучше его сразу выучить и, так сказать, не знать бед. И что? То же самое все делаем. Включаем метроном. Смотрите. У нас есть аккорд G7, скажем, да, потому что мы использовали такой арпеджио. Опять настраиваемся на нужный лад. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Внутренний пульс. Играем арпеджио. 16-е. Я немножко свингую, ничего страшного. Да, хорошо звучит. Вот. Теперь вниз играю. Ну, комбинирую, как хочу. 4. Пропускаю теперь. Вторую пропустил, допустим. Теперь играю тонику вверху. А, хорошо звучит. И вниз по-другому чуть-чуть, да? Хорошо, вообще замечательно. 3, 4, 4, 5, 6. Хочу пропустить, я не знаю. Первую пропустить. 3, 4. Обратно сыграл полностью. Первую пропускаю, восьмую вверх полностью. 3, 4. Вот таким вот образом. Поняли, уловили, я надеюсь, смысл в том, что мы берем просто арпеджио, 4 ноты, фигуру, да, вот эту. В данном случае аккорд G7 у нас. И работаем вот с этими восьмыми, где-то убрали. Вверх сыграли полностью, вниз обратно убрали первую, например, восьмую. Или вторую восьмую убрали. Тут комбинаций может быть великое множество. И тем самым у вас получается, на самом деле, такой разнообразный риф на один аккорд, который не надоедает. Вы вверх сыграли, опять же, например, а вниз пропустили первую. Раз. Вот. И как бы у вас получаются интересные такие фигуры ритмические. И это все с метрономом очень полезно. Не обязательно. Тут на самом деле что угодно. Можно пентатонику использовать. Любые аккорды. Да? Например, минор. Соль минор. Пожалуйста. Вот таким вот образом мы смотрим комбинации. Вот эти. Их тут может быть великое множество. На самом деле мы можем до бесконечности развивать эту тему, усложнять ее. Например, мы можем использовать эту методику, этот подход для обыгрывания целых последовательностей аккордовых, гармонии песен. К примеру, вчера я переслушал группу Linkin Park, и там была такая гармония, распространенная такая поп-вертушка популярная, которая встречается в миллионах песен. К примеру, смотрите, как она звучит. То есть ля... До, соль, ре. Ой, и заново. Мы можем что сделать? Разложить эти аккорды на арпеджио. К примеру, у нас будет ля минор. Нашли арпеджио. Арпеджио септаккорда. Удобно здесь мыслить септаккордами, потому что у нас 16 ноты и, соответственно, 4 16 на долю. И, соответственно, в арпеджио септаккорда тоже 4 ноты. Первая, третья, пятая, седьмая. Соответственно, удобно все это ложиться, можно хорошо комбинировать, убирать ноты, это все будет попадать куда надо, в общем. Вот такой вот арпеджио ля минор. Потом у нас арпеджио до мажор. Шестая ступень.
параллельный мажор, то бишь. Дальше у нас соль. Здесь у нас доминант септаккорд будет, соответственно, арпеджио доминант септаккорда, который мы уже сегодня играли. Вот он, да? И ре минор, соответственно, будет вот так звучать. Можно сыграть вот так. Можно сыграть широкой аппликатурой. Как хотите. Можно даже, если у вас пятиструнный бас, сыграть вниз вот сюда эту ре. Соответственно, смотрите сами. И мы можем также комбинировать различные варианты шестнадцатых. Например, играть первый аккорд, играем мы вверх шестнадцатый. Второй аккорд играем вниз, какую-то пропускаем ноту. Например, я сейчас пропущу четвертую. Потом опять вниз, точнее вверх играем третий аккорд полностью. И, например, последний четвертый тоже пропускаем какую-то шестнадцатую. Итак, включаем метроном. Настраиваем в себе внутреннее время, слушаем. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Поймали метроном и играем. 4, 3, 4, 3, 4, 3. 4. Разные комбинации пробуем. 3, 4. Например, третью пропускаем. В пятую приходим в струну, как хотим. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4, 5, 6. Вот таким вот образом, дорогие друзья, можно пробовать здесь бесконечное количество комбинаций можно придумать. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Вот такое было видео. Надеюсь, вы сегодня потратили время не зря, оно было полезно, я в этом уверен. Все-таки слабые доли, это тоже интересно. Работа с метрономом, с вашим любимым, никуда от этого не деться. Как ни крути, к этому все равно надо обращаться время от времени хотя бы. Поэтому вот такое сегодня видео. По традиции на Boosty проходите, там будет нотное приложение к этому видео. Заходите, подписывайтесь, это очень приятно и полезно. Также не забывайте колокольчик жать на Ютубе, подписочку, потому что все-таки алгоритмы Ютуба никто пока не отменял, поэтому он смотрит на то, как вы лайкаете, насколько вы активны, насколько вы смотрите, пишете комментарии, точнее, и читаете тоже. Все это все учитывается, и, соответственно, это видео увидит больше музыкантов, больше баскетов. Поэтому, так сказать, попрошу вас прожать колокольчик и лайк, обязательно не забудьте. Ну и про группу ВК и Телеграм также не забывайте. Все, дорогие друзья, на этом сегодня все. Всем пока.